Всем привет, вы на канале Drops Easy, и сегодня подготовил для вас Play to Earn проект, который называется Radiant Galaxy. Итак, давайте разберем, что это за проект, стоит ли начинать играть. Radiant Galaxy — это, как я уже говорил, Play to Earn игра, которая построена на блокчейне Binance Smart Chain BIP20. В скором времени уже будет доступна Google Play версия, скачать и App Store. Итак, Radiant Galaxy — это королевская тактика 3D NFT. Компания стремится создать прибыльную трехмерную игровую вселенную Play to Earn, чтобы быть чрезвычайно конкурентоспособным в совершенно новом веке NFT. Чтобы люди могли зарабатывать на игре и выходить, сдавать в аренду, покупать, продавать и майнить 3D NFT, а также играть в стратегические игры Idle Royale и создавать свою мощную армию в Galaxyverse. Radiant Galaxy предлагает разнообразный игровой процесс, требующий технического мышления, чтобы победить. Ежемесячные обновления выходят с множеством привлекательных наград. Здесь присутствуют арены, гильдии, планеты мероприятий, кампания режим, подземелья режим и многие другие. Короче, каждый найдет занятие себе по душе, чтобы мог заниматься и играть. Так, например, выглядит NFT, игроки, которые там будут. Например, Орион — это лучший молодой боец, следуя положению и силе, когда он спал на горе света. Он тренировал свою выносливость в горячей лаве огненной горы. Здесь мы можем видеть характеристики, такие как атаку, жизнь, скорость атаки, скорость передвижения и радиус диапазон. Также есть другие NFT, каждый NFT уникальный, со своими характеристиками, кто больше на выносливость, кто больше на атаку, все как мы привыкли в RPG. Каждый NFT уникальный и имеют свои способности. В Radiant Galaxy есть бесчисленное множество способов заработать деньги, обмениваться или добывать геороботс, предметы и аксессуары. Компания выбрала игровую модель Idle, потому что в нее можно играть в любое время и в любом месте. Более того, они добавили функцию, с помощью которой пользователи могут развлекаться во время прогулки и при этом получать прибыль. Что-то похожее на всеми известные нам Степан, который хорошо так дал иксов. Компания поощряет взаимодействие игроков на свежем воздухе. И каждый раз, когда пользователь играет в нашу игру, во время ходьбы, каждый шаг помогает производить определенное количество вечной энергии для подпитки процесса майнинга GS-робот. На этом мы обзор закончим. Переходите и более подробно ознакомьтесь с данным приложением. Здесь очень большой такой, смотрю, функционал, довольно интересный. И есть также немного от экономики. И самое главное, прочитайте документацию, white paper и все остальное. Всем спасибо за внимание. Всем пока.